В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области сдали несколько социальных объектов. Всего в районе строится 50 объектов на общую сумму 17,5 миллиардов тенге. Часть средств выделяется иностранными инвесторами, осваивающими Карачаганакское газоконденсатное месторождение, расположенное на территории района. Так, за счет инвестиций в селе Аралтал возведены 100 домов для переселенцев из сел Березовка и Бестау. Завершается строительство школы на 300 мест. На бюджетные деньги в селе Бурлин проведена реконструкция водопровода и отремонтирована сельский дом культуры. В поселке Кентубек построили детский сад на 50 мест. Также в канун праздника 75 семей отметили новоселье. Подрядчики сдали в городе Аксай 9-этажный дом. Сейчас в очереди на жилье более 2000 аксайцев. Канун празднования Дня независимости. И в день моего рождения мне вручили ключи. Я этому очень рада. Все это благодаря поддержке, господдержке в государственной программе «Нурлы жер». Квартира просторная, трехкомнатная, как раз для нашей семьи. Мы ждем пополнения. Раньше жили в стесненных условиях с родителями, теперь обрели свое жилье. Микрорайон новый, рядом есть школа, детский сад. У нас двое детей, один ходит в школу, второй в детсад. Для нас очень удобно.